Компания «Фортум» отказалась от планов по превращению озера Шелюгина в технический пруд. Более того, энергетики уверяют, что прекратят выбросы в водоем. По крайней мере, об этом рассказал департамент по внешним коммуникациям фирмы в ответ на официальный запрос 31-го канала. «Фортум» не планирует менять рыбохозяйственный статус озера Шелюгина. Мы реализуем проект замкнутого цикла водопользования и в течение ближайшего года прекратим сбросы с ТЭЦ-1 в озеро Шелюгина. Возможно, промышленники пошли на попятную из-за недовольства местных жителей. На сход против превращения озера в сточную канаву собралось около сотни человек. Люди из соседнего села Потанино были готовы даже судиться с международной корпорацией. Вон две трубы Фортума, мы их отсюда видим. А финская компания, вот если она такое позволит у себя в стране, то эту лавочку вообще закроют. Там такие жесткие санкции, что стоит ли Фортуму этим заниматься. А если мы еще обратимся в Европейский суд, то, думаю, и трубу эту закроют. К борьбе за озеро присоединились не только жители Копейска и Потанина. Против планов энергетиков выступили даже рыбаки, и официальные рыбоводческие объединения, и любители. Халявщики, они хотят хорошо сделать-то. Задарма сделать, куда сливать свою парашу. А какая будет рыбалка, если они здесь технически сделают? Да здесь люди все подымутся нафиг. Я думаю, так. Эксперты из общественной палаты Копейска говорят, что по закону переоформить статус озера с рыбоводческого на технический просто невозможно. В правилах четко говорится, никакие действия предприятий не могут увеличивать экологические риски. А если Шелюгина превратится в резервуар для стоков, могут погибнуть местные лебеди, бобры, ондатры-лебеди и несколько видов озерной рыбы. Они сейчас говорят, нас замучили проверки и так далее. Когда это будет по хотелке Фортума? Риск будет очень высокий. Законодатель не дает этого права. Он наоборот говорит, снижайте риски, и мы вас не будем трогать. Сейчас, после того, как атаку на озеро удалось отбить, жители планируют обратиться в контрольные органы и заставить другие предприятия прекратить сброс стоков в озеро. Кроме «Фортума», поблизости находится завод «Пластмасс» и местные очистные сооружения. Иван Абросимов, Павел Востротин, 31-й канал.